Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами мастер Катя и, как всегда, наш рунно-астрологический навигатор дня. Нас ожидает энергичный день, и что мы станем делать, то у нас и получится. Оно покатится, начнет развиваться. Если мы кого-то обидим, он очень обидится и надолго. А если мы решим приложить силы к чему-то полезному нам, то и тут успех начнет развиваться и дело пойдет. Женщины, прибережем колкости и наши меткие замечания на потом. Сегодня нам стоит проявить прозорливость и не говорить обидного. Ибо женщины отплатят нам той же монетой, будет неприятно. А мужчины, они настроены конструктивно и от нас ждут того же. Так не будем же разочаровывать их. И тогда получится отличное свидание, отличная встреча, прекрасное взаимодействие. Мужчины, это полезный очень день для всего. Только надо огибать острые углы и не затрагивать болезненные темы. А все сводить к пользе, к разумности, то есть не вестись на провокации. Продолжаются лунные сутки сердца, когда мы хотим и стараемся быть добрее, ждем того же от человечества, но немножко держим ухо востро, потому что человечество, оно разное бывает, это как посмотреть. А к вечеру начнется интересный период лунных суток колесо фортуны или ураборос. Змея, кусающая свой хвост. Смысл дня в причинно-следственных связях. Ну что, все, что сейчас происходит, это следствие того, что было раньше, а то, что происходит сейчас, будет причиной того, что станет происходить дальше. То есть все имеет причину и все имеет последствия. Это двойственный день, когда можно выиграть, крупно выиграть, можно проиграть. А идея, что мы имеем дело с последствиями, может принести нам богатые плоды. Часто ситуации повторяются, как невыученные уроки, и достаточно понять причину, чтобы больше никогда не встретиться с неприятными и уже привычными обстоятельствами. И эти лунные сутки дают нам шанс увидеть такую закономерность в своей жизни и воспользоваться своим шансом изменить жизнь к лучшему. Хорошего вам дня, дорогие мои друзья!